Разноцветные батуты, ямы, заполненные поролоном. Настоящий детский рай. Счастливые лица детей говорят сами за себя. Им явно пришлись по душе техники прыжков, которым здесь обучают. Веселясь вместе с воспитателями и волонтерами мира, воспитанники детского дома забывают о проблемах и сполна наслаждаются аттракционом. Всем понравилось, все очень впечатлены вообще. Я очень рад, что мы сегодня пришли сюда. Неудивительно, здесь нравится даже взрослым. Правда, секрет вовсе не в желании вернуться в детство, а в полезных свойствах этих упражнений. Как оказалось, занятия на батутах полезны для развития и укрепления опорно-двигательного аппарата. Так что миряне подарили детям не только праздник, но и ключ к здоровью, которое важнее всех благ. Надежда Новичкова, Сергей Турчанин, специально для 1М.